Привет, дорогие друзья! Вы на канале Crypto Baby. Сегодня я вас познакомлю наконец-то с новогодним проектом. Наш проект называется Santa Metaland. Только честный запуск, без предпродажной подготовки и прочих нюансов. Запуск у нас будет 22 декабря. Значит, в 17:00 по всемирно координированному времени, и вы сможете насладиться вместе с Santa Metaland своим заработком. Наконец-то и настроение такое появляется новогоднее, и наконец-то пошли новогодние проекты. Значит, это очередной проект метавселенной, который навсегда изменит ваше видение об играх. Значит, все начинается с 22 декабря в 17:00. Значит, общее предложение у нас, предложение будет на 100 миллиардов. Значит, также будет airdrop, на который выделено 3%. Закрытый пул ликвидности 90%, на маркетинг 4% и на основателей будет всего 3%. Налог на каждую транзакцию у нас будет идти 8%. 3%, кстати, перераспределяется среди держателей, то есть это ваш пассивный доход. 3% пул ликвидности и 2% будет идти из каждой транзакции у нас на маркетинг. У нас уже осталось 2 дня, 19 часов 5 минут на момент записи видео. Значит, Santa Metaland – это больше, чем платформа виртуальной недвижимости. Они создают рождественский салон NFT, место, где художники и создатели NFT могут демонстрировать свои способности и продавать уже свои работы, получать известность и создавать преданных подписчиков на блокчейне. Для энтузиастов криптовалюты и коллекционеров цифровых активов салон Santa Metaland NFT – это идеальный форум для открытия творческих способностей, создания сообщества и приобретения уникальных работ на одной удивительной платформе. И эта удивительная платформа – это Santa Metaland. У них очень удобный, красивый, функциональный сайт. Все коротко, ясно, все подробно, но в то же время кратко. И все понятно. И в самом начале они большого проекта метавселенной. Запуск у них будет, что ни на есть, честный, то есть без предпродажной подготовки. Это будет огненный запуск. И в ближайшие недели и месяцы основное внимание будет уделено распределению земли, коммерческой сделке, построению их сообщества и ведению токена Santa. Благодаря этим шагам создается экосистема, которая превратится в глобальную цифровую платформу для процветания бизнеса. То есть, по сути, это идеальный проект и ваш новогодний шанс, чтобы изменить свою жизнь. Значит, у нас есть документация в виде white paper. Здесь у нас все расписано на 21 страницу. И вы можете подробно ознакомиться, изучить. И даже здесь такие милые картинки, что просто невозможно удержаться, настроение по-настоящему становится новогодним. Ссылки, как всегда, оставлю в описании, так что переходите и знакомьтесь с потрясающим проектом Santa Metaland. Это действительно настоящий дом Санты. Также у нас есть страница в Твиттере. Здесь какие-то последние новости, обновления, все самое интересное. Как вы видите, уже у нас есть здесь airdrop на $200. Значит, суть в том, что вы выполняете парочку простых заданий, и у вас есть шанс на получение $200 от Santa Metaland. Значит, и листинг состоится 22 декабря, распределение будет 1 января. Так что вы не пугайтесь, если ваши средства сразу не зачислятся. Так что следите за новостями. Все самое интересное, обалденное будет у нас происходить здесь. Так что не ленитесь, подписывайтесь и знакомьтесь с Santa Metaland. Также у нас есть группа в Телеграме. Здесь у нас будет расти большое, классное, сильное сообщество. Самое главное, что это веселое сообщество, которое точно не даст вам скучать. Также будут какие-то новости, обновления. И вдруг, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы сможете задать их напрямую прямо здесь. Так что я даже не знаю, это, по-моему, потрясающий новогодний проект. Я желаю вам всем с ним удачи.
И, конечно, всем вам обалденного, классного новогоднего настроения. Ну, а мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии и не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!